Всем привет, друзья! Сегодня у меня будет скорее не самоделка, а переделка. Вот в фикс-прайсе продают по 249 рублей вот такие вот стоечки. Они как называются, держатели для телефона. Я же из нее сейчас сделаю подставку для удилища. То есть вот так вот она раскладывается. Верхняя часть тоже выдвигается. Этого вполне достаточно для вот такой вот стоечки. Единственная проблемка, с которой я столкнулся, здесь идет нестандартная крупная резьба. Поэтому сейчас будем что-нибудь кулибничать. Также вот нашел кусочек вот такого вот алюминиевого профиля. И есть у меня вот такая вот пористая резина. Она довольно плотная такая и легкая. Замечательно сюда она заходит. То есть мне остается только сделать какое-то крепление и вырезать здесь вот полукруглые отверстия. Взял вот обрезок 20-й полипропиленовой трубы. Просверлил в нем отверстие. Сейчас хочу попробовать в качестве эксперимента нагреть все это дело феном и в тисках зажать. И у меня получится, может быть, как раз та резьба, которую мне надо. Вот таким вот образом зажал в тиски. Сейчас при помощи строительного фена буду греть. Это всего лишь эксперимент. Никого не призываю делать точно так же. Может быть, вы найдете намного проще вариант. У меня просто под рукой ничего больше нету, кроме вот полипропиленовых труб. В общем, буду делать из того, что попалось под руку. Ну, таким вот образом все поджал. Сейчас полипропилен застынет, еще мягенький, и посмотрим, что у нас получилось. Резьба получилась, можно собирать дальше. Так что мои надежды оправдались. Держится все довольно жестко. Теперь можно обработать немного края, все это как-нибудь зафиксировать. Ну, таким вот образом обработал заготовочку. Плотненько она так вот сюда садится. В принципе, то, что я планировал, можно сказать, получилось. Теперь ее можно будет посадить на клей, просверлить пару отверстий и сделать две клепочки. Тогда она будет держаться надежно. И крепление, можно сказать, готово. Останется сделать только сами подставочки под удочки. На алюминиевом профиле скруглил все краешки, чтобы не пораниться. Нашел центр. Сперва при помощи клея все это дело вклею. А потом или на клепочки, или на саморезы еще зафиксируем, чтобы было все надежно. Хорошо вот так вот все промазываю. И можно будет вклеивать. Посадил на клей, теперь можно примерить, проверить горизонт. Горизонт практически идеален. Пока сохнет клей, можно разметить и сразу же выпилить отверстия, вот такие вот полукруглые, чем сейчас и займусь. Материал очень податливый, поэтому вырезать можно хоть ножницами, хоть чем. Сейчас все размечу и продолжим. Ну, думаю, вам видно. Все разметил. Приступаем к вырезанию. Не знаю, что это за пористая резина, если честно сказать. Попалась мне, просто валялась прямо на дороге. Режется ножницами прямо отлично. И сама по себе прям жесткая такая, хорошая. Теперь немного вот здесь вот делаю заход. Ну, остальное сейчас скруглю на гриндере. В принципе, вы можете просто обычными ножницами вырезать, и у вас получится, ну, может быть, чуть-чуть менее красиво, чем у меня. Пошел к гриндеру. Ну и вот итог. Руки, правда, стали как у негра, но зато смотрите, какая красота получилась. Верхняя часть села довольно-таки плотно. Наверное, даже ее и клеить не буду. Просто просверлю в трех местах отверстия и посажу на саморезики. То есть прямо она как будто тут и была. Такая вот гребеночка уже получилась. Крепить буду вот на такие саморезики, как раз они подходят. Ну, если даже маленько носик чуть-чуть вылезет, я его также потом сточу, да и все. Все равно наждачной бумагой уберу здесь вот гусенички. Все, все гладенько, все четко. Точно так же сейчас закручу низ. Ну вот и все, друзья. Гребеночка, как и сама стоечка, готова. Можно переходить к испытаниям. Теперь у меня остался и штатив для телефона. Если мне где-то надо будет порыбачить, всегда можно будет использовать такую вот стоечку. Сам штатив держится довольно надежно, но вот в самой конструкции вот здесь вот есть небольшой люфт. Тут почему-то держится всего на одном саморезе, но это легко устранить. Можно еще один саморезик сюда вкрутить, и люфта вот этого уже не будет. А так стойка жесткая. Сейчас попробуем испытать.
Все отлично. Так что, кому понравилась моя идея, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока и до новых интересных видео.